серьез. И сегодня в Одессе похоронили еще 10 человек. Один из них Андрей Бирюков, который был активистом Майдана и который погиб во время беспорядков. Это был фактически первый погибший человек. Его застрелили на пересечении улиц Преображенской и Дерибасовской. Друзья говорят, если говорят, что он просто стоял рядом с человеком, который держал в руках...